Привет-привет, друзья! Вы на канале Белый Ёжик, с вами Дмитрий с World Legacy Omen. Приключения Утера и его спутников продолжаются, и краткое содержание прошлых серий. В монастыре Дамок отряд спас горы кузнеца лорда Кейтерна и убедился в том, что в монастыре устроили настоящую бойню, проникнув в зал во время переговоров между принцем Дорианом и каким-то гороспиком у Остекса. Утер узнал ужасную правду. Сын лорда Эдмура вступил в заговор с Уссексом против Ордена Фары и своего собственного отца. Представляешь? Схватив Дориана, героям удалось предотвратить государственный переворот и остановить чуму. Вот какие мы молодцы. Без вас я что наделал? Что я наделал без вас? Я ходил места для ночлега, ходил туда-сюда, туда-сюда. На меня иногда нападали, и я зарабатывал тем самым немного денег. А зарабатывал их для того, потому что мне очень хотелось купить какие-нибудь интересные вещички. Вот, например, кстати, да, постоянно перезаходя в игру, тут все меняется, поэтому я даже не знаю, что сейчас будет. Северный полуторный меч, плюс один к атаке, плюс один к эффективности, замедляет цель при попадании. А зачем? У нас такой же точно есть. Еще есть алый меч, элитное оружие, плюс 2 к атаке. Есть гладиус сангвиниус, элитное оружие. Плюс 2 к атаке, плюс 1 к эффективности при попадании вызывает у цели кровотечение. Представляешь, вот как это не купить? Я думаю, что сразу я приобрету этот гладиус. И сразу же утру вручу, а вот этот северный полуторный меч, который служил мне верой и правдой, я, конечно же, продам. Еще есть интересная броня. Элитная броня. Плюс 2 к защите, минус к сумме очков действий, плюс 1 к сумме очков силы воли. Нормально же? Нормально. А у меня минус солдатский нагрудник, он отнимает у меня очки действия, он просто стесняет меня. Поэтому обязательно что? Я куплю эту протекцию императрицы. Хотя это что? Но здесь похуже. Здесь, конечно же, явно похуже. 700 золотых отдам и буду ходить и носить его с честью. Так, замечательно. Солдатский нагрудник можно продать. Ну что мы все для утра, для утра? Может быть, что-нибудь, кому-нибудь? Нет, наверное, нет. Кстати, да, двойной дождевой лук. Плюс один к атаке при попадании вызывает у цели кровотечение. Могут использовать хранители. Хранители? А ты у нас кто? Флинт, ты хранитель, ты и есть хранитель, ты хранитель леса. Поэтому я, наверное, тебе его сейчас и куплю. Правильно? Правильно. Вот. А этот мы перепродадим. У нас что еще есть? Невосприимчивость к яду. Варвар. Плюс 2 защиты. Вор, варвар. Слушай, ну хорошая штука, поэтому давай-ка я возьму и тебе это все вручу. Денег все равно катастрофически не хватает, но я уже этим не буду заниматься, зарабатыванием денег. Я думаю, что по пути мы чего-нибудь заработаем. Что это за накидка? Шелковый плащ. Плюс сопротивление дает невосприимчивость к ожогам. Замечательно, но нет. Итак, что у меня есть? У меня 220 наличностей, у меня есть еще медвежий клык. Шанс инициативы. Ну, собственно, почему нет? А, не может. А кто может? Священник, варвар. Все могут, кроме хранителей. Хм. Вручим Фергусу тогда. Вручим Фергусу. А жезл, например, алхимика. Могут использовать волшебники. Плюс один к атаке, плюс один к эффективности. А тот же, например, веретено душ. Какие замечательные штучки. Ну, ладно, обойдемся. Обойдемся.
А нет, подожди, подожди. Вот на черном рынке... Да нет у меня все равно монет. Нет у меня все равно монет. Ладно, остановимся на этом. Если что, вернемся. Всегда можно вернуться. Слава отряда-то у меня уже велика. Может быть, что-нибудь, например, флинту. Флинт. Атака дальнего боя с дальностью 5-10 клеток плюс 10 шанс 40-я стрела. Дальнего боя. Просто дальнего боя, да? Атака дальнего боя пронзает всех персонажей или объектов на одной линии. Но это попробовать надо еще выставить. Это хорошо, конечно. Атака дальнего боя по прямоугольной области. Призывает ворона. А вот это интересно. Можно иметь не более одного спутника животного. Спутник. Это интересно. Я вот это вот... сделаю. Слушай, а здесь призывает волка. Черт, почему я не дочитал? Волк же тоже интересно. Так может, пускай будет у меня два спутника? Хотя нет, пассивка тоже бывает интересная. Быстрый выстрел. Что это такое? Пассивный. Минус очки действия, но плюс к атаке. Позволяет пройти сквозь врагов. Минус к атаке, но перезарядка всех навыков. Ну да. А если мы и... Ну, очки действия 5. Слушай, это очень много. Когда мы будем успевать стрелять-то? Ладно. Флинт, оставлю я тебя. Фергус. Буйство. Атака ближнего боя. Если цель погибает, восстанавливает все потраченные на атаку очки действия. Ярость древних. Атака ближнего боя. Все враги, находящиеся рядом с целью, получают минус 2 атаки. Устрашение. Так. Круговой удар. Атаки могут применить раскол брони. Атаки могут вызвать кровотечение. Пускай это будет. Пускай это будет. Слава отряда, она все равно велика. Надо что-то сделать Феликсу. Феликс, Феликс, дорогой ты мой. Святое, подожди. Сопротивление союзникам, находящимся в пределах. Продлевая действие всех используемых умений на один раунд. Усиление. Во время атаки враг может потерять очки силы воли. Давай вот это. Атака дальнего боя, минус 2 защиты и 2 сопротивления цели. Длительность 2 раунда. Атака ближнего боя. В случае успеха цель теряет. Может, все-таки плюс защите, плюс сопротивлению. Пускай будет так. Слава отряда все равно у нас велика. Гвен! Позабытая нами Гвен. Атаки могут отравить. Прям вот сразу, не знаю почему. Пыль. Скрытность. Проходить сквозь ник. Атака дальнего боя. Бросок ножа. Трюк. Движется по направлению к противнику, затем атакует его в спину. Серия атак ближнего боя прерывается промахом или блоком. Слушай, ну не знаю. Давай возьмем трюк. Ну и, например, скрытность. А, все. Все. Все, закончим на этом и отправимся дальше. К
Кентская дорога. Нельзя доверять проторенным дорогам. Попав в засаду, Утор и его соратники были вынуждены сражаться не на жизнь, а на смерть. Утор идет с нами. Гвен, иди с нами, потому что нужно посмотреть, что за навыки. Флинт и Феликс готовы. Главное в нашем деле – это позиционирование, говорит игра. Продолжить. Тревожная музыка. Кто это такие? Разбойники? Бандиты? Бандиты. Оу. Арбалетчики. Неожиданно. Очень неожиданно. Так. Утор. Что они могут делать? 8, да? 1, 2, 3, 4, 5. И удар, да? И удар. Утор, я думаю, что если ты станешь вот здесь. Станешь вот здесь. Займем это положение. Флинт. Призыв ворона. Ну, не знаю. Попробовать. Ну, попробовать, конечно, стоит. Карр! На что способен этот ворон? На что способен этот ворон? Острые когти, атака ближнего боя. Хорошо, подожди. Ворон. Одно, ну, куда ты можешь долететь? Вот, да, куда? Давай. Сап-царап. Ну, нормально, нормально так. Жаль, что нельзя тебе силу воли. Хорошо, дальше. Флинт. Может, ты каким-то образом все-таки этого жулика дострелишь? Нет. Гвен. Дальность одна клетка. Так, ну попробуем сделать так. Так. Подожди, как это работает? Так это не работает. А что нужно сделать? Движется по направлению к противнику и затем атакует его в спину. Ну и что? Ну давай, допустим, так. Так, нет. Хорошо, как это работает? Ах, вот как. Ах, вот как. Ладно, силу воли мы, наверное, все-таки Гвен тебе восстановим. Потому что он... Нанести-то надо соседнему жулику урон тоже. И смотри-ка, она все-таки отравила. Работает. Работает. Что мы будем делать с тобой? Священная земля. Попробуем просто благословение брони. Утор. Вот так. Становись сюда. И ждем. Ждем. Ждем нападения. Получи. Ах ты, гаденыш. О боги, неужели это конец? Хватит лупить моего старикашку. И Гвен получила в спину. Так, ладно. Лечимся. Гвен, иди сюда. Готов. Феликс. Пусть так. Утор.
Утр, давай сделаем вот так и просто пихнем их мечом. Я думаю, что это будет лучше. Готовы. Ну что ж, 26 монет золотых. Что здесь? 38 золотых. Это маловато, это маловато. Может, что-нибудь их в кармашках валялось? Нет, а в коробке. То есть в этом ящике тоже ничего нет. Скудновато, скудновато. Ну что ж, тогда выходим. Занавес. Немного славы, немного золотишка. Ну что, на побережье. Здесь ни таверны, ни аптекаря, ни кузнеца, ни черного рынка. Побережье Котсолда всегда было яблоком раздора для близлежащих регионов. Теперь же оно стало последним рубежом обороны против натиска Уоссекса. Цели спасти. Спасти как минимум 3 кентских солдата. Изучить. Найдите способ закрыть северные врата. Буйство. Используйте навык Фергуса Буйство. Подожди. А у нас у Фергуса... Фергус... как раз буйство и стоит. Атака ближнего боя, если цель погибает, восстанавливает все потраченные. Не зря изучили. В общем, хорошо. Хорошо. Тогда взяться за задание. Пойдет с нами Фергус обязательно. Пойдет с нами... Утор, пойдет с нами Феликс, куда же без него. И кто? И кто бы вы думали будет еще с нами? Может быть, Фергуса приодеть бы не помешало во что-нибудь приличное. И Мерлин, наверное. Готово. Акт 2, глава всего лишь 3. Вспышка чумы сделала Кент уязвимым, и завоеватели из Уоссекса не преминули воспользоваться обстановкой. Поскольку Мерсия уже находилась под властью Уоссекса, захватчики смогли организовать внезапную атаку с двух фронтов. Разумеется, Утор и не думал сидеть сложа руки, пока Гарлуа покоряет очередное королевство, и потому немедленно ринулся в бой. Жажда крови стала для рыцаря новым предназначением. Продолжить. На грани. Это что такое? На нас напали, прошу, нужно закрыть ворота. Рычаг. Рычаг, это последнее слово, что он сказал. Где этот рычаг? Почему ты не показал пальцем или мечом? Приготовьтесь, держите строй, помните, что мы на грани войны. Это будет первая битва из многих. Да ты что? Тактически... Что? Правильно было бы закрыть ворота, затем устроить лихую резню. Несчастные воины, они заслуживают благословения Фары, не погибать же им смертью язычников. Так, ну что, давай-ка хотя бы для начала посмотрим, чего тут и как тут. Обстановочка. Так, осторожнее, переступить надо этого славного рыцаря. Что это такое? Если не увести их подальше от боя, им уже никогда не выбраться. Бочка Рубеда. Летучие крайне взрывоопасное химическое соединение. Только самые храбрые или глупые осмеливаются сражаться рядом с ними. Его опасные эффекты продлятся еще 2 раунда. Боже мой, какая... Слушай, надо как-то спасти этого бедолагу. Они его зарубасят сразу же. Моментально просто. Чего будем делать? Чего будем делать? Спасти как минимум 3 кентских солдат. Ну, я не знаю. Давай, как обычно, подойдем и... Ударим по этой бочке.
Так, ну одного нет. Сила воли, конечно же. Ой, не знаю, а что же дальше делать-то? Так, сколько у него? 8. Интересно, они сразу на него будут нападать или что делать? Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Так, допустим, встань сюда. Вот так вот. Мерлин. Телепорт сюда. Знаешь что, попробуй. Ай, не дотягивается. Не дотягивается, не дотягивается. Игры разума. Так, хорошо, силу воли. Не знаю, не пожалею или я об этом. Попробуем так. Яростный зверь. Яростный зверь. Подожди, Фергус. Топай сюда. Это сколько у нас отнимает? 2 очка действия. Беги сюда. У тебя еще 5, да? Не знаю. Еще 5. Вы из подкрепления. Прошу, помогите другим солдатам. Нас разметало по всей округе. Без вашей помощи им не выжить. А, то есть ты уже спасен, что ли? Вот я до тебя дошел и все, и ты спасен? Хорошо. Хорошо. 7, подожди, 6. Иди сюда. Иди сюда. Ну как ты вот не дотягиваешься? Совсем чуть-чуть. Ну что ты? Ладно, давай чуть поближе. Защита, сопротивление. Ладно, давай посмотрим, как это все выглядит. Ход противника. Тут бдительность. Дай ему еще по спине. Правильно, молодец. Так и надо. Ваш ход. Наш ход. В принципе, этому солдату ничто не угрожает, ничто и никто. Поэтому я думаю, что он дождется нас. У него просто очень сильно болит живот. Я думаю, что он нас дождется. Мерлин, дай, пожалуйста, палкой по голове вот этому типу. Еще разок. Как следует. Готов. Кровотечение. Я убью тебя лично. Слушай, а если у нас сейчас Фергус проявит буйство? Нет, он его не убьет. Ну не убьет, не сможет, правильно? Не сможет. Нет, 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 нет. Давай-ка, Феликс, подойди своей палочкой, дай ему еще по голове. Ну не так уже, сильнее бей. Вот, это уже лучше. 3 хпшки у него осталось. Ну, Фергус, пора. Пора. Я выбью твою кровь. Сказал Фергус. И сделал это. Так, и что дальше? Я никого не вижу. Боже мой, там еще одна встреча.
Там еще одна встреча неожиданная. Утро. Мерлин. Феликс. Да уж. Вот это поворот. Но мы можем спасти его. Но ему угрожает что-то или нет? Конечно, ему угрожает. Но мы его спасем. Спасибо. Мы его спасли. Но сами находимся в очень плачевной ситуации. Фергус, сила воли. Куда-нибудь назад отступи. Повернись. Все, больше никто у нас не может ходить. Заканчиваем ход противника. Пожалуйста. Вот же гад, а. В спину. В спину. Мой ход. Мой ход. Мерлин, что ты можешь делать? Ты, конечно же, можешь телепортироваться. Ты, конечно же... Ну, сейчас, подожди. Сейчас, подожди, сейчас, подожди. Ту-ту-ту-ту-ту. Давай попробуем так. Сюда иди, Фергус. Давай так. Потом подойдем чуть поближе. И топором ему. По голове. Жестоко, но что делать? Разворачивайся, Фергус. Разворачивайся. Утр. Утр, славный мой утр. Топай сюда. Феликс. Атака сзади. Мерлин, я не знаю, что делать. Попробуй, попробуй. Ну, это, конечно, риск большущий. Но что делать? Нам нужно спасти его. Недостаточно очков действий. Подожди. А как мне к нему подойти-то? Я к нему подойти совсем не могу. Черт побери. Может, как-то надо обойти, наверное? Наверное, да. Наверное, да. Ну что ж, Мерлин, мы тогда, может быть, отвлечем своим бренным телом. Не знаю. Закончить ход. Боже мой. Хватит. Хватит стрелять в него. Прекрати. Прекрати, я тебе говорю. Что за нехороший такой лучник? Так. Фергус, беги сюда. Потом иди сюда, дружище. Мы можем его пнуть. Он разобьет этот кувшин и начнет гореть. Но не догорит. Сила воли. Готов. И как мы теперь пройдем через это все горящее дело? Кто знает. Как мы через это все пройдем?
Бочка с водой. Бочка с водой. Черт побери, зачем я это наделал все? Феликс. Феликс, топай сюда. Кто еще? Мерлин. Мерлин. Блин, ну только ждать телепортацию Мерлина. А он ее даже не пихнет, но он разобьет ее. 4 очка. 3. Вот бедный старик. Хорошо, давай закончим и посмотрим, что будет дальше. Что мы гадаем. Вот. Вот. Теперь Мерлин у нас делает ТП. И просто разбивает эту бочку. Ой. Встреча? Да что ж такое? Благодарю вас, доблестные спасители. Клянусь, когда-нибудь мы все непременно объединим силы и заставим Усекс заплатить за все это, да? Черт. Троих мы спасли. Этого еще надо спасти, что ли? Не знаю. Здесь эта бочка взрывучая. Лучник стоит. Ой, достанется Мерлину, достанется. Так, а если ты... Нет, ты пробежать не можешь, да? Хорошо, давай просто обходи эту фигню всю. Стой здесь. Бдительность. Бдительность. Топай сюда поближе. Так, 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 так. Давай на Фергуса. Защита, сопротивление. Ход противника. Ой-ой-ой-ой-ой, он стал на позицию, лучник. Вот же гад. Не трогай его. Не трогай этого бедолагу. Мы еще спасем. Надо троих, но мы спасем четверых. Черт, Фергуса как забили-то. Такой здоровяк. Ну что делать, лечить. Фергус, я не знал, что ты такой слабачок. Давай-ка попробуем. Сопротивление, черт побери. Сила воли. Всего лишь один. Всего лишь один. Утр. Утр. Так, 4 клетки, да? Давай сюда. Давай. Провокацию. Ну и что? Хорошо. Но что-то не очень. Кровотечение. Развернись. Развернись. Может пануть его? Да нет, мы его и так добьем-то. Добьем и очки восстановим. Вот так. Вот так. Потом мы добежим сюда, наверное. Ах, пнуть бы было бы его в эту бочку, было бы замечательно.
кстати, нет. С фланга. Еще раз. Готов. Сила воли. Отойди от этой бочки, то не дай бог. Слава отряда растет. Так, хорошо. Ждем, 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 ждем. Утр. Подходим поближе, Мерлин. Давай тоже чуть ближе. Ну и ты не стесняйся, наверное. Слушай, а что мы идем и не собираем? А вдруг что? Или потом возвращаться придется? Не знаю, с трупов, наверное, все-таки следует пособирать, но не хочется тратить очки действия. Закончить ход. Такс. Так. Перку, стопай сюда. Раз. Два. Такс. Иди сюда. Слушай, а можно было бы его скинуть, но он так стоит не очень удобно. Как бы нас не скинули. Раз. Отойди отсюда, Мерлин. Два очка. Нет. Нет, ладно. Вот противника. Вот противный противник попался. А куда у нас за это самое? Заманивает. Все время заманивает. Фергус. Фергус. Давай сюда. Готов. Надо все собирать. Надо все собирать. Так, подтягиваемся. Подтягиваемся чуть поближе, конечно же. Мерлин, топай сюда. Утор, топай сюда. Утор даже чуть ближе. Феликс. 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 Хорошо, закончить ход. Вроде бы как бы никого нет. Но это не точно. Так, конечно же, встреча. Новая встреча. А это кто такой? Что за консервная банка? Притрианец. Урон такой, ничего себе. Копейщик. Стрелец. Так. Хорошо, иди сюда. Давай пнем эту штуку. И что? И что? Не, давай назад. Давай назад, Фергус. Утор, становись сюда. Становись в бдительность. Мерлин. Феликс. Защита. Ну, посмотрим. Ого! Ничего себе тут бой. А этот гад расстреливает этого бедного рыцаря.
Мне как бы уже все равно. Ну что вы делаете? Оставьте их в живых. Это бессмысленная уже смерть. Правильно, блокируй. Блокируй эти удары. Так. Первый пошел. Следующий. Прячьтесь за меня. Ничего себе. Бронированная консервная банка. Так, Утор, топай сюда. Один готов. Один готов. Угу. Мерлин, попробуй сделать все-таки. Может быть, получится. Блин, да что такое? Выйди тогда. Вот. Замечательно получилось. Получилось. Фергус. Фергус, а ну-ка иди сюда. Четыре, да? Четыре. А если еще разочек? Готов. Если еще разочек, то он готов. Так. Утор. Утор. Сделай провокацию на себя. И стань-ка в броню. А ты лечи Фергуса. Нам надо все здоровые. Все здоровые. Подходи чуть поближе. Бдительность. Вот же гады. Вот же гады. Они его убьют. Они его убьют. Они его не оставят в покое. Я его не спасу. Вот же сволочь. Вы ответите за это. Вы за это ответите. Давай, давай, бей. Вот так, молодец, кали своего. Ты куда пошел? Ты куда пошел? Фергус сюда. Кровотечение. Так, пятерочка у него осталась, да? Утор. И Утор немножко добавит. Может, мы куда-нибудь, а? Нет, ну, не спасем мы. Вот не успеем, не спасем, не сможем. Мерлин, Мерлин бежит. Бдительность ока Уссекса видит всех и каждого. Любые хитрости обречены на провал. Нет, знаешь что, Мерлин, я пошутил, давай-ка назад. Давай-ка назад, я думал, он там слабенький, а он оказывается уже сильненький. Нет-нет-нет, нет-нет-нет, нет-нет-нет. Зря это сделал. Блок, конечно же блок. Феликс добил такого громилу, ничего себе.
Подберите кто-нибудь. Никто этого сделать не может. Ладно. Пропускаем. Пропускаем ход. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот так. Так, здесь еще парочка подошла. Фергус, ну это тебе разбираться с ними. Это тебе с ними разбираться. Давай-ка пнем их как следует. Вот так. И все, да? Пнули и все. Не, ну что-то там нужно делать наверху-то. Что-то нужно делать наверху. Четыре. Мерлин. Мерлин. Мерлин, давай назад. Эхе-хе-хе-хе. Фергус, давай все-таки... силу воли, наверное. Готов. Ой, столько скляночек у меня. Что-то я все забываю про них. Выпить же надо что-нибудь, хотя б нибудь. Закончить ход. Усиление атаки. Атака сверху, представляешь, как лупит сильно. Еще разочек. Угу. Вот это плохо. Это плохо. Это плохо. Так, Утор, поднимайся. Пнем разочек их. Защита. Мерлин, Мерлин, что же мы с тобой можем делать, а? Подожди, что ты? Лечи. Лечи Фергуса. Так, ладно, этот готов. Семьдесят шесть. Что это? Рог про отцов. Плюс один к атаке. Замечательно. Пригодится обязательно. Так. Мерлин, Мерлин. Иди сюда. Сила воли. Нет. Черт. Так не сделать и так не сделать. Как же быть-то? Как же быть? Хорошо. Закончим ход. Атака сзади. Атака сзади. Ну попробуй, каково это сзади получать урон. Надержи раз. Надержи два. Микстурочка. Мерлин. Пройти мы не можем. Пройти мы не можем никак. Хорошо. Раз.
Двас. Сила воли. Трис. Фергус. Сюда мы тоже как-никак, да или что, никак не можем подняться, что ли? А вот здесь мы можем подняться. Вот здесь. Хотя бы спасти его, что ли? Блин, выстроились на лестницу. Ладно. Психует, психует. Сила воли его покинула. Сдаются. Ну, не сдаются, но уже все. На грани. На грани, на грани. Утр. Утр, нужно добить их. Нужно их добить. Всякие баночки, скляночки. Мерлин. Ты можешь сейчас тпшнуться вот сюда аж. Вот жалко, что ты не можешь его толкнуть. Толкнул бы его с удовольствием. Но нет. Не получится. Фергус. Иди спасай. Еще появились копейщики. Ничего себе. Пропустить ход. Вот это да. Вот это поворот. Утер, пропусти. Утер, пропусти. Так, Мерлин. Добьем его. Может быть, рычаг этот нажать? Да, ворота опустятся. Ворота опустятся, и к нам никто не зайдет. Пропустите, пожалуйста, пропустите. Утр, вернись назад и попробуй спихнуть их. Ой-ой-ой-ой-ой. Как нехорошо ты упал. Ну что ж поделать. Бывает. Бывает. Нет, ну что, зачем я это сделал? Я смотрел, хотел сделать одно, сделал совсем другое. Эх. Тогда отходи уже отсюда. Сделай броню Утору. Утор, повернись. Утор, повернись. Фергус. Давай-ка с тыла зайдем на них. Перчаточки нашел. Атаки на медвежьем меху. Пригодятся по-любому. Ой-ой-ой, как далеко мы можем ходить. Иди, иди. Фергусу. В лапы. Вот так. И сейчас мы сделаем вот так. Головы нет. Как не бывало. Так, но у нас же здесь еще один есть. Мерлин, подойди, пожалуйста, поближе. Ой, не так близко надо было. Атака с фланга. Лечи Мерлина. Сам иди сюда. Давай своей палочкой сделай что-нибудь. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, он уже, конечно, безволен. Я не знаю, провокацию ему сделать. А может быть, попробовать. Толчок. Победа. Славная вышла драка. Ох, славная. Беги сюда к нам. Сейчас мы пороемся везде.
Любовное послание мы нашли. Любимая. Глаза мои сегодня выискивают признаки готовящегося нападения, но сердце мое мечтает о нашем с тобой будущем. Мы еще увидимся. В этом я... Любовное послание. В этом он, наверное, не сомневался. А может быть, наоборот. Плюс 2 защитные. Элитная броня. Конечно же, мы ее возьмем. Че, выкинем? Вот это вот выкинем. Выкинуть. Это взять. Закрыть. Пошли. Пошли. Мы столько всего пропустили. Столько всего пропустили. Ну, оказывается, немного, в принципе. А куда дальше? И подожди, вот смотри, здесь что-то есть. 51 золотая монета. Ты что, они на дороге не валяются? Давай вернемся назад еще посмотрим. Вот, экстракт белладонны. Это не знаю, что такое. Биотонический фонтан. Плюс один к защите на 2 раунда. Но я не знаю, куда его деть. Надо чем-то пожертвовать. Вот, например, вот этим загадочным варевом. Опля, еще что-то. Стимулятор, это черный бык. Ну, его можно продать, этот стимулятор, в конце-то концов. Оу. Они отступают и со второго фронта. Настоящее чудо. Черт, побери меня. Чудотворство матери Фары. Наконец-то небольшое утешение. Воистину чудо, я бы сказал. Очень вовремя. Нужно немедленно отправить гонца к леди Альфхельде. Немедленно. Сейчас мы идем отправлять гонца. Получено достижение на грани. Найдено знаний. Не все знания найдены. Черт побери. Ладно. Еще одно какое-нибудь любовное послание. Это что? Нам надо вернуться и куда-то вот сюда. Остров Авалон. Ну, на остров Авалон, я думаю, что уже отправимся в следующий раз. Достаточно. Битва была очень насыщенная. Главное, что все хорошо закончилось. Спасибо, что смотрели меня. Пока-пока и до новых встреч. Пока.